29 мая на территории храма святителя Спиридона Тримифунского станицы Северской прошел ежегодный православный фестиваль «Казак лишь с верою казак». Он посвящен памятной дате. В этом году отмечают 30-летие реабилитации казачества. Открытие фестиваля началось с молебна. С приветственным словом ко всем собравшимся обратился глава Северского района Адам Джерим и духовник кубанского казачьего войска протоиерей Иоанн Гармаш. Сегодня как никогда остро встает вопрос о необходимости сохранения самобытной традиционной кубанской культуры для будущих поколений. В этом году исполнилось 30 лет реабилитации казачества. Эта памятная дата свидетельствует о том, что казачество, перенесшее годы лихолетия и забвения, выжило и снова встало на службу обществу. Сумело создать новую современную историю своего народа. Я очень благодарен всем вам за то, что вы чтите кубанские православные казачьи традиции. Это дорогого стоит. И я желаю вам, чтобы из поколения в поколение ваши традиции, ваши устои семейные передавались. И рад видеть сегодня и казачат, которые принимают празднование. После парадным расчетом перед храмом прошли казаки Северского районного казачьего общества, военнослужащие и юные казачата. Посетители фестиваля могли попробовать себя в гончарном ремесле, стрельбе из лука и ружей, оценить работы мастеров Северского района. Всех желающих угощали вкусной кашей и горячим чаем. Особо гости фестиваля оценили концерт колокольного звона и казачьи песни. Фестиваль посетило более 700 человек.